Теперь предлагаю очень быстро, два слова. Понравилось, не понравилось, что было полезно, что было не полезно. Андрей, начнем с вас. Два слова. Понравилось, полезно. Спасибо. Но мачеха гонорар. Вы же сказали. Да. Два слова, я думаю, не хочу. Ну, в следующий раз не пригласите. Не, надо. Хорошо. Согласна. Поддерживаю. Ну, не совсем так коротко. Я понимаю, что у нас там менеджмент. Действительно интересно, но мало времени. Мало времени. Да, два слова. Вот это да. Мало времени. То есть нам надо с вами на три дня выйти? Нет, тут просто вот для действительно предложения, как по мне, то мало времени, да, то есть хочется войти в экспресс-методы. Я где-то что-то не слушала, составляла, поэтому может быть не настолько качественно, но может быть так и эффективнее, может я не знаю. Заранее надо вот это все почитать. Мы не почитали, мы сами читали. Ребята, а теперь вернемся к тому, что вы говорили, а я молчала все это время, но когда я задала вопрос, кто прочитал? И тогда мы сделали переводку. Вот теперь вы понимаете, насколько важно готовиться, правильно? Да, спасибо. Марина? Ну, мне тоже, посмотрите, было мало времени, потому что для того, чтобы разобраться полностью в ситуации, нужно было в нее вникнуть более глубже для понимания, чтобы как бы разработать какой-то план действий. А так очень понравилось, большое спасибо. Спасибо, Юрий. Интересна была градация различных способов обучения и отличающиеся методы. Это очень хороший выход, да, и оценивание, что на выходе с результатами. Спасибо. Зачем пришла, то и получила. Я пришла за методами обучения и определением эффективности. Я это взяла. Потом спасибо. Но время, конечно, очень лимитировано, и часть просто коллег я не услышала, часть заданий, потому что что-то дописывали или дорисовывали. В этом, конечно, я чувствую недостаток. Хотите, я вам скажу, в чем был вопрос. Все-таки элемент победить вас взял верхом, чем послушать, да, другое. Вот это есть такое, вот это такая мотивация, да? Хочу аргументировать. Один человек от команды выступает и недоделанную задачу просто сбагрит на одного, это было бы несправедливо. Поэтому мы вот это все и дописывали. Можно, конечно, иди, дружок, мы будем сидеть смотреть на тебя. Это не получилось. Командная работа была на высоком уровне. Это тоже выход сегодняшнего мастера. Мы это дописывали. Вот, поэтому спасибо, Екатерина. А что я могу сказать? Ну, прежде всего, вот мои ощущения, очень приятно было познакомиться с новыми интересными людьми. А, огромный опыт и эмоциональный плюс такой, вынесу отсюда. Да, и, конечно же, ну, смотрела локально на проблемы, на то, чем занимаюсь, вот, на тренинг, да, что провожу от начала до конца. Конечно, структура и система здесь мне ясна. А вот так масштабно на все это посмотреть первый раз, поэтому спасибо. Спасибо большое, Наталья. Знаете, как для первого опыта это очень прекрасно, мне все понравилось. Общение, как претендент сказал предыдущий, очень все понравилось. И я надеюсь, что не последний. Спасибо большое, Анатолий. Ну, то, зачем пришел, я то и получил, да, то есть мне была интересная информация, новая информация. Ну, данным направлением я раньше не занимался. Возможно, в дальнейшем мне это придется этим заниматься, поэтому, ну, по крайней мере, я уже знаю, на что я буду опираться. У меня уже есть какая-то основа, базовая, какая-то информация, которую я буду использовать. Спасибо огромное. Ну, я тоже вот зачем пришла, я вначале говорила, что как раз защита бюджета, получили инструменты, я думаю, что... Мало того, еще слова и подсказки, все четыре презентации совместить, а чтобы взять эту всю аудиторию с собой на защиту, да, было бы вообще круто. Спасибо. Спасибо большое. Ну, я хочу сказать спасибо вам. Презентация мне очень, презентация, мастер-класс мне очень понравился. Я первый раз, и как бы для меня это, как можно сказать, как моя коллега сказала, культурный шок такой. Первый раз, честно. Много всех впечатлений, как бы, мне надо время, чтобы это все переварить и какие-то знания для себя выделить. Спасибо большое. Ой, это надо аплодисменты, это такой активный, это такой. Тут такая группа поет.
поддержки огромная. Здесь рвущийся защитить всю команду. Это прелесть. Я так люблю наблюдать за командной работой. Ну да, понравилось практически все. Единственный момент, вот быстро прошла первая часть теории, ну вот семинаров там быстро-быстро шли слайды. Что касается подготовки, скажу лично о себе. Читала несколько раз то, что было разослано, но когда начался сам мастер-класс, как-то не укладывалось с рабочей тетрадью, в голове несколько началась некая каша сначала. Потом, конечно, оно устаканивается все. Вот. Что вкусного забираю с собой? Вкусное – это те инструменты, которые есть еще в обучении, что-то буду, безусловно, применять, использовать, добавлять в свою работу. Это же и полезное. Всем хочу сказать спасибо за созданную атмосферу здесь сейчас. Приятно было всем познакомиться. Я буду рада вас встретить где-то еще на каких-то встречах, семинарах. Спасибо. Спасибо огромное. Спасибо. Мне тоже все очень понравилось. Очень было приятно со всеми познакомиться, пообщаться в таком тесном кругу и с такой приятной аудиторией. Ну, конечно, вот так вот посмотрели тоже на проблему глобальную, как вот как я бы как для себя, что на каждом этапе нужны разные подходы. Ну, как бы я для себя это. Еще хорошую команду. Да. Правда? Команда немаловажна. Думать. Это очень большое. Спасибо огромное, Виктория. Ну, сказать, что абсолютно какие-то новые знания, вроде бы нет. Вроде то, что все знаем. Методы, формы обучения и так далее. Но то, что вам удалось в очередной раз их сильно сделать, и разложить по полочкам, это замечательно. Спасибо, спасибо большое. Еще одна история. Да. А я вот очень благодарна этому мастер-классу, потому что я для себя получила все-таки новое знание и уверена, что у меня останется не 20%. Да? Спасибо. Спасибо, Анна. Спасибо вам, что вы ее создали. Спасибо за то, что каждая команда была, наблюдая за работой каждой команды, получала море удовольствия, да, за вот это переживание, за вот это стремление, за ваш креатив, за возможность быстро сориентироваться во всем. И столько разных качеств, которые вы не замечаете. Вы тут развиваетесь, да, помимо знаний или целенаправленной. Но вот эта поддержка, подсказка, подставить плечо, сразу видно коммуникации. Увидела, что потихоньку понимаете, что качество презентации – это тоже очень важно, да? Как мы говорим, кому мы говорим, какими факторами мы оперируем. Мы должны понимать, что мы хорошо сами должны разбираться в тех продуктах, в тех методах, в технологиях, которые мы используем. Какая разница между тренингом, посттренингом, предтренингом. Теперь я понимаю, по крайней мере, будете для себя четко разделять все эти понятия. И когда кто-то придет вам что-то впаривать, да, извините за это слово, скажите, не, ребята, я уже четко знаю. Так что спасибо вам огромное. Действительно, время пролетело незаметно. Ну и до скорых встреч. Я с ним, Владимиром, не снова.